Ну, контролирует карту, давай посмотрим насчет вардиков. Так. Контролирует свой лес, они вообще не хотят туда пускать без... Бегу даже на этого без, хотят его сейчас закрыть. Ну, тут бестмастер не агенты. Снайпер, возможно, подставится, ветра хорошие, но не так хорошие. Они прицепили только лишь одного сайленсера, но уже сами напали, и Wildcat Gaming драться в позиционном 4-5 даже в теории не хотят. Они остались под вардом, они все-таки ждут, они ждут ошибки. Кто забьет тут лес? Или зомби ошибается, но за этого зомби будут мстить, и погибает хардлайнер. Купленное БКБ прожимать для того, чтобы просто Рошан, отступить. Я думаю, это на самом деле Рошан. Нападение на Лилю, снайпер бежит вперед и вообще ничего не боится. Как же нагло играет снайпер на самом-то деле. Ну и глобал пошел. Просто снайпера пытается расстрелять. Лина, получит ли какой-то сам снайпер? До конца дерется, снайпер выживает. И это просто невероятно. 5 секунд было, когда у кого хорошие секунды, то у тебя большие вопросы плюс проблемы. Так, смотрим, значит, у Марса здесь блинк. Никс пытается сделать блинк, ему даже вставляют линию, но Бестмастер говорит, что... А, начинается у нас замес, хорошо. Забрали зомби, а пойдут ли без зомби? Марс, арена, ветра, инвокеры, ветра, в принципе, неплохие. Маны, не так много. Снэпфайр, ультимейт не для того, чтобы кого-то точно забрать, для того, чтобы подгнать вот эти 20 тимлейки, тролль, ультимейт. Лина, вот Блэкер Бар, начинает бить стан, отлично, от них стан, забирают Лину, Лина погибает. Размен Балса, минус снайпер у нас, это тоже очень неприятно. Дальше, Никс, Вендетти, если вижу, тачик на развороте, остальные уставки. Просто снайпер также забирают сайлент. Не байбекать все это время, оставится там баз, зомби, что замес. Сейчас просто раскатит. Он без ультимейта, тролль сейчас учит, тролль отправляется, наверное, это трипл килл для инвокера. В живых остался только лишь Марс. В принципе, сейчас, возможно, остался он ненадолго, потому что дай его ламы здесь зажимают. Давай лама, отправляется также в таверну. Нужно занять зону Рошана, поставить вардики. По итогу они передумали. Ликвиды отвечают ответным смоком. Нажимают смок вчетвером. И они батят на атаку. Так, хорошо. Арена от Марса. ЕМП, Пингокер, Снэпфайр, ультимейт. Ультимейт неплохой. Зомби можно забрать сразу. Зомби погибает. Байбека нет. Также проблема у нас у тролля. Могут быть тролль. Тролль погибает. Тролль без байбека. Он не прожимал свой ультимейт. Нажимать БКБ. Лина уходит с БКБ. Но Рона дотягивается без мастера. Лина уже не дает. Фармит. Видят снова тролля. Нападение на тролля. Цепляют тролля. И тролль отсюда не должен уходить. БКБ, он на развороте, инвокер тоже по БКБ пытается отойти. Что? Нет, наконец-то Марс, арена, глобал пошел, забирают инвокера, но размен на них тоже не самый приятный размен. Снайпер просто стоит и бьет все это время. Помощь какая-то, помощь. А почему, значит, как у Марса, а не по троллю? Марс уже никуда не ходит, мне кажется, бокс. Снайпера туда навалит бабку своего уровня и бежит ролик. Вот что-то будет типа такого. Потеряли тавер. Напоминаю, что Аеки заканчивается. Тролль прожимает БКБ, Снэпфайр, ультимейт, ставится арена, инвокер под БКБ пытается просто отойти под инвизу. Тролль идет вперед, и наконец-то повезло. Ну и нужно спасать своего снайпера. А все, тролль уже без ресурсов. Тролля можно забирать, у тролля нет байбека, покупает также лично. Это мимо бахвор герой, это значит, что было нет. Марса уже нет, арена, санстрайк, он инвокер идет вперед, Снэпфайр. Снэпфайр пытается бараки, просто сейчас могут пойти бараки. Сайленсер, потратили вот этот подстав. Крипы подходят. Ну и все, прыгает. Но БКП, снайпер, отличная реакция, глобал пошел. Все, давай ламу здесь уже не отпускают. Давай ламу, глобал забивать. Вот, стоял. Вот, ну а Лина попытался обойти в принципе, хороший мув, потому что снайпер она здесь забирает, но забивает за это сама. Размен 1-2. Дальше наш Непус. Непус погибает. Мы выбываем. В случае не дали бараги без снайпера.
очень ранний байбек, она думала, пойду куда-то глубже. Да, давай лампу, кстати, выжим. Байбек был сделан, чтобы защитить сторону, потому что в теории они могли пойти и добить сторону. Они даже так сторону. Да. Ой, ошибается Марс. Марс не отошел, за что его запирают. У него байбека нет, он до сих пор не отрегенился. Без Марса драться в этой ситуации ты вообще уже не хочешь. Лина такая посмотрела вместе с Сайленсером. Сейчас пойдет ее третья сторона. Здесь даже уже снайпер. Да, тут просто его 2 в 4 подцепили Сайленсера. Накричали на него. Дэмэджа он нанес много. Он больше, чем вся его команда, прикинь, нанес. Вот пятерка просто нормально. Это на вооружение, конечно, другим командам надо взять, что даже в таком матче ты играешь много. Так, у нас, возможно, будет сейчас замес. Марс, печенька, но печенька вообще нету, да. Марс здесь, конечно же, погибает. Кстати, на самом деле, использовал боковой, не использовал боковой. Но это, в принципе, не важно, потому что народ цепляет еще снэп-файр. В это время Лина прожимает БКП, пытается отступить. Снэп уже никуда не уходит. У нее имеют ликвиды. Да, они даже не пошли ликвиды, не пошли на Рошал, они просто решили закончить на характере. Понимают, что у Лины уже нет ульты, а если нет ульты, значит нет дэмэджа на снайпе. Как же он вообще не выглядит, сам в них бежит первый. Да, он всю игру на них первый бегает. Снайпер, конечно. А, тролль прыгает. Ой, не снайпер против тролля. Подудуешь какой-то, вот что я прыгаю.